Так, всем привет! Мы находимся сегодня у аэропорта Симферополя. Вот он у нас слева, от меня слева. Как там от вас в этом 360, не знаю. Мы стоим на подъезде. Вот обычно на этой дороге полным-полно машин. Здесь паркуются те, кто... Ждут, ожидают, когда приедут пассажиры. Сегодня здесь пустота. Почему? Потому что сегодня 1 марта и выпал снег. И сегодня 1 марта аэропорт Симферополя закрыт, так как он закрыт с 24 февраля и якобы по завтрашний день. Правда, сегодня уже есть информация о том, что завтра аэропорты всей южной части России тоже не откроют. Не откроют до тех пор, пока не закончится спецоперация в Украине. Поэтому предлагаю проехать, посмотреть. Я думал сначала, что накануне якобы мы проедем открытие, но теперь получается проедем и посмотрим, как выглядит территория аэропорта. Там много машин, но это не должно никого вводить в заблуждение. Вот видите, ситуация такова, что даже чистить нет необходимости. Уборочная техника не ездит. Возможно, это само по себе растаяло. Пусть в заблуждение у вас не вводят автомобили, которые стоят там на парковке. Это машины... Давайте в кои веки раз. Вот так вот проеду. Когда еще я поеду к аэропорту по такой совершенно нечищенной дороге? Так, берем. Опс, все открылось. Хорошо, зимняя резина. Итак, те машины, которые стоят, это вообще прокатные машины. Некий такси было организовано. Поэтому есть прокатные машины, но, наверное, есть еще вот Шкоды прокатные, видите, Рент. Опс. Это я не тудашеньки. Назад. Это я еду на стоянку. А нам нужно просто проехать. Стоянку нам не надо. Поэтому в таком состоянии аэропорт я не видел никогда. И здесь стоят машины прокатные, но, возможно, есть и машины, которые люди оставили и до 24 числа. И уехали, и не знаю, как они их будут забирать. Буду ехать медленно, чтобы вы могли покрутить видео и своими глазами посмотреть, что сейчас и как тут происходит. Даже давайте первую тогда уж включу, чтобы совсем медленно-медленно проехать и вам все показать. Вот такой вот X5 BMW 75 региона. Ну, конечно, не прокатные машины. Куча справа снега в таком... А, вон дорожная техника впереди. Может быть, камера пока не очень передает эту картинку. Впереди дорожная техника, которая все это расчищает. Людей нет. Кстати, аэропорт закрыт. Внутрь не пускают. Туда могут входить лишь сотрудники аэропорта, либо те немногие, кто не знают о том, что произошло, и приезжают сюда и бегут вовнутрь, подходят и у всех спрашивают, а что случилось, где мой самолет? На что, сами понимаете, получают какой ответ. Вот тишина, пустота, курит сотрудник аэропорта от меня справа, работает техника, полицейские, которые охраняют этот объект. Ночью выпал снег. В ночь на 1 марта выпало огромное количество снега. И поэтому все засыпало. И, наверное, даже если бы летали самолеты, они бы все равно не все прилетали вовремя. Эта стоянка длительная. Здесь тоже много прокатных автомобилей. И... здесь, когда на несколько дней оставляют машины, вот сюда вот их запихивают, и их полно. Ну, не удивлюсь, если окажется, что есть люди, которые улетели, хотели вернуться, но самолеты не летают, и они вот не знают, как добраться до своего автомобиля
Возможно, что такая история тоже есть. Жизни нет, тишина. Ждем, когда же все закончится. И когда же, после того, как все закончится, все начнется. Так что вот так. Вот такой аэропорт Симферополя 1 марта 2022 года. Будем пытаться выезжать. О, Господи, первый раз такое вижу, чтобы не накатанный. Никто не ездил еще, поэтому вот так вот. Здесь же как-то штрих-кодом вниз. Нет, штрих-кодом вверх. Так, у меня уже однажды такое было. Обратитесь к оператору. Так. Что, всех пускают? Опс, что-то открыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот я! А, там огонечек загорелся, что я уехал. Эх, вот Марокко, а! Вот Марокко. Так, попробуем-ка другой. Может не... КамАЗ сзади едет, я думаю, что самолет залетает. Может быть, не случайно тут вот так вот накручено? Может быть, только один работает? Ну-кася. Давайте, не пугайте нас. И не расстраивайте. О! Эврика, значит, надо запомнить. Первый иногда не срабатывает. И... Тра-т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 а. Ура, ура. Ну, вот мы выехали, и все. Вот как-то так.